Ребят, всем привет, доброе утречко. Я тут сижу в такой домашней обстановке, а точнее, надо, наверное, называть вещи своими именами. Я сижу в бардаке, потому что мы убираемся. Убираем квартиру, а, как известно, когда убираешься, наводишь самый большой беспорядок. Вот это то, что вокруг меня сейчас происходит. Сегодня у Янчика день рождения, поэтому мы тут делаем такую прям генеральную уборку. К нам придут гости. К нам придут гости сегодня, к нам придут гости завтра. Сегодня у нас будет такая небольшая семейная посиделка. Завтра к нам приходят наши друзья, у которых есть дети, которые являются друзьями Яна. Это будет второй раз, когда мы будем праздновать день рождения Яна в этом году. И будет еще третий раз. У нас на самом деле это стало прям такой традицией отмечать Яну день рождения несколько раз. В общем, третий раз он будет отмечать уже в школе со своими одноклассниками, со своими друзьями. Мы там принесем какие-то ништяки в школу. В общем, они там будут отмечать уже в такой школьной атмосфере. Такие дела. Я, кстати, заказала Янчику два торта. Прям классные такие два торта в домашней кондитерской, то есть у частного кондитера заказала. Один торт с его любимым мультяшным героем, я его сегодня поеду забирать. Он, кстати, кондитеры, она находится в Харише, так что далеко ехать не придется. А второй торт, он будет в виде цифры 8. Его я буду забирать завтра. Тоже очень красивый, я думаю, что получится. Я надеюсь, по крайней мере, но по фоткам в ее Инстаграм было все прямо очень красиво. Поэтому будут еще два тортика, хотела еще третий заказать в школу, но в школу нужно приносить все в фабричной упаковке. Ну, домашний кондитер, скорее всего, не сможет обеспечить торт фабричной упаковкой, как вы понимаете. Поэтому я не стала рисковать и куплю какой-нибудь торт в магазине уже перед тем, как повезти Яну в школу в этот день, когда они будут отмечать. То есть куплю какой-нибудь такой небольшой тортик. Такие дела, ладно. Буду сейчас убираться, как много еще дел. Нужно еще еду готовить, естественно, для гостей. Так что за работу. Да, за работу. Ну что, ребят, приехала я тортики забирать. Точнее, сейчас заберу один, а второй заберу только завтра. У нас был сильный дождь ночью, утром тоже лил так приличненько. Ливень прям был, он везде лужи. И сейчас прям такой прикольный запах на улице. Свежо так. После дождя обожаю вот это вот ощущение после дождя, когда не холодно и вот так все дождичком пахнет. Ой, ребят, не донесла, прям так хотела вам показать. Торт просто офигенский. Он еще такой высокий, тяжелый, а я еще самый маленький заказала. Я даже не представляю, какие там по размеру большие торты. То есть вообще офигенско выглядит, как Ян хотел. Так дедушка сейчас приедет и увидит торт. Зачем ты ему присылаешь? Ну, конечно, вообще офигенный торт. Классный? Я должен это сфоткать. Сфоткай, сфоткай. Счастье мое. Я уже сфоткала. Так, ребят, ну что, наш стол уже почти готов. У нас сегодня ожидается не так много людей. Мы ходили таким узким кругом семьи. Кругом семьи. Короче, несколько человек. Мы пригласили только самых близких и родных. И давайте я вам покажу, что мы тут наготовили. У нас еще мясо готовится. Шашлычки на мангале. Кстати, да, шумит у меня тут пылесос. И знакомьтесь, это наш новый член семьи, который Андрей приобрел, пока я была за границей. В общем, это у нас моющий пылесос. Молодец! Поехал. Ну так, все расскажет, все покажет, что делает. В общем, этот пылесос моющий у нас уже был, как бы, и есть робот-пылесос, но он только подметает, а этот еще и моет. В общем, что у нас тут есть? Торт суши. Это салат из зелени с кедровым орешком и с клюквой сушеной. Тут у нас сыр, красная рыбка, которую у меня не очень получилось красиво разложить, так что не обращайте внимания. Это мой любимый салатик, морковка, чеснок и сыр, который я готовлю только, когда у нас приходят гости. Тут у нас огурчики, тут еще одна тарелка салата.
оливки, ну, естественно, сыр. Филадельфии не было, но это хорошая замена Филадельфии. Мне нравится этот сыр сливочный. Тут уже готовые перчики и кабачки, которые Андрейка уже поджарил на мангале. В общем-то, все. Ну, еще, естественно, у нас будет достаточно много мяса, которое Андрей сейчас жарит. Такие дела. Пошла я мусор выносить до того, как гости приехали. Ух ты! Вам или мне? Нет, тебе желанно. Загадывай, никому не говори. А то сбудется. Давай, еще. Мазаль! Мазаль! Кому мы купили Xbox, интересно? Короче, у нас тут просто подарки распакованные, раскиданные валяются. Да. Принесли Янчику второй джойстик. То есть и джойстик принесли второй для вот товарища Андрея. Надо бежать, бежать, бежать. Плюс Янчику подарили наушники тоже для Xbox. А, смотрите, какая прелесть. Новый контейнер для еды с фотографией Яна. Немножечко одежды. Дедушка всегда приносит одежду Янчику, всякую модную. Жилетка. Кожаная куртка. Давай, надень, покажись. Вау! Вау, вот это модняк! Пойдешь в школу? Да. А еще Янчику подарили вот две такие классные книжки. Он уже их себе на полочку поставил. Вот такие вот интерактивные книжки. Тут можно все открыть, посмотреть. Блин. Видите, тут все открывается. Можно посмотреть, поизучать. Он, знаете, один из тех детей, которые любят, когда им дарят книжки. Так что ему очень-очень понравились. Он был в восторге. Будет изучать, читать. Хотя читаю, но еще у нас плоховастенько, очень медленно. Но зато на двух языках. Поэтому, в принципе, мы его вообще не торопим. В своем темпе научится читать и бегло, вот. Но старается, ему очень нравится все это дело, читать, изучать, знать языки, то есть, скажем, мы его на русский язык возим, частные уроки берем, и это была исключительно его инициатива. Он хочет знать русский язык, и, естественно, мы противиться этому не можем. То есть русский язык, он говорит на русском языке, но он хотел именно уметь читать, писать на русском языке, поэтому мы ему противиться такому желанию, естественно, не стали, и возим его на уроки, на частные, два раза в неделю. Кстати, ребят, торт был просто бомбический, очень вкусный, ну, красивый, вы сами видели, сделанный офигенно, не сладкий, то есть он немножечко сладкий, вот как надо, немножко с кислинкой, вот ягодные прослойки, они немножко кисленькие, но тоже в меру, прям обалденный. Завтра посмотрим, какой тортик нам приготовят на второй день празднования дня рождения. Вот, кстати, да, осталось все, что осталось от тортика. Ну, на самом деле, не все мы съели сразу за столом. Еще по несколько кусочков дали с собой нашим гостям, потому что, ну, мы точно все не съедим. Ну все, ребенок получил свое законное место. Получил свой Xbox, играет, пытается, по крайней мере. Ребят, всем привет! Продолжение денежденческой эпопеи. Я тут заехала на заправку, чтобы купить угли, потому что вчера мы все угли израсходовали. Так что сегодня к нам гости опять приезжают, будем делать шашлык. Угли очень нужны. Ну а сейчас я поеду за вторым тортиком, заберу его. Интересно, какой он получится. От вчерашнего я была просто в восторге. Надеюсь, что сегодняшний тоже не подведет. Обязательно вам оставлю в описании под видео ссылку на инстаграм кондитера. Так что
рекомендую от всей души. То есть никакая не реклама, то есть мне эти торты сделали за мои деньги, это никакая не коллаборация. Я просто хочу вам порекомендовать этого кондитера. Она живет в Хорише, потому что действительно это просто божественно. Очень классно и вообще недорого. Это два торта, если я не ошибаюсь, заплатила 580 шекелей. Кому не говорю, все говорят, что это практически бесплатно за такие шикарные торты. Торты, как правильно, напишите в комментариях. В общем, поехала я за вторым. Посмотрим, какой он получился. Кстати, ребят, хотела вам показать, как он нужен. Минус четвертый. В некоторых домах в Хорише можно встретить вот такую вот нумерацию этажей. Первый, второй, минус первый, минус второй, минус третий и так далее. И как будто бы это... типа подвальные этажи, но на самом деле у нас тут некоторые дома, они находятся как бы на горе. И вход в здание находится как бы на вершине. То есть получается, есть несколько этажей с вершины подняться наверх, и есть несколько этажей спуститься вниз. То есть эти квартиры, они не в подвальном помещении, они выходят там, на улицу, у них там есть окна и все такое. Ну вот интересно, можно встретить такие дома. Не, ну, ребят, это просто произведение искусства. Ягодки, смотрите, какие красивые свежие ягодки. Красная смородина. Блин, я, мне кажется, как уехала из России, не ела красную смородину. То есть уже больше 10 лет назад. Обалдеть. Так, стол номер 2. Вот такой вот мы сегодня стол приготовили. У нас там еще шашлычки на балконе жарятся. Запах на всю квартиру просто офигенский. Что есть у нас сегодня? Я была сегодня очень оригинальной и опять приготовила торт суши. Кстати, вчера его просто смяли до последнего кусочка. Огурчики, оливки, опять мой любимый салатик. Говорю же, сегодня я супер оригинальная. Вот, сегодня я еще приготовила вот несколько таких, не знаю, как называется, короче, вот разновидность суши. Огурчики, помидорчики, тут у меня стручковая фасоль в соусе терияки и с кунжутом. Это обязательно должно быть на столе. Мы это не пропускаем. Так, что у нас из мяса? Сегодня мы решили пожарить. Вчера мы жарили свинину. Сегодня Андрей решил приготовить индюшачью грудку. Да, это или нет, это индюшачье бедро с прослойками сала. Короче, супер кошерно, конечно. Думаю, получится вкусно. Плюс у нас еще будут сосиски. Сосиски, питы. Овощи надо, кстати, Андрею отнести. Два перчика, чтобы он тоже их на мангал кинул. Обожаю перцы и кабачки на мангале. Собака тут запахами наслаждается. Так, и еще нарезочку сырную вот так поставлю. Гостей у нас много не ожидается. Это моя подруга Лиза, если кто не понял, со своей семьей. Будет много детей, мало взрослых. Будет весело, короче. Вот. Торт! Ух ты, аккуратно. Развязывай. Да. Опа. Ух ты. Happy birthday to you. Я вообще не понимаю английский. Happy birthday to you. Это с днем рождения. Happy birthday to you. А что влезло? Все детки собрались. Открывай. Сара, убери голову. Тома, положи на место. Тома, положи на место, пожалуйста. Убирай. Ух ты! У-ху! 8 лет! Молит, даем, ем, молит, даем, ем, молит, лиям, чим. Ну что, ребят, гости ушли, посидели мы вообще круто, здорово, весело. Торт был просто божественный, обалденный. Один из самых вкусных тортов или тортов, которые я ела в своей жизни. Мы съели его, кстати, до последнего кусочка доели. И, кстати, еще доели вчерашний торт, потому что у нас же тоже приличный кусок такой оставался. В общем, сегодня мы его тоже приговорили. Сегодня у нас день сладенького был. В общем, все было вкусно, классно, весело.
Единственное, что мои парни уже свалились спать, потому что очень устали. Я, в принципе, почему-то вообще нормально. То есть я чуть-чуть уставшая, но вполне себе бодренько себя чувствовала. Поэтому вот эта вот вся красота остается мне. То, что вот на столе, и то, что вот здесь. По факту, на самом деле, в квартире чисто. Убирать ничего особенно не надо. Единственное, надо вот раза два загрузить посудомойку с этой посудой, и все. Работы не так много, так что не так страшно. С этим сейчас буду справляться, так сказать. Так что, ребят, на этом я буду с вами прощаться. И увидимся в следующем влоге. Думаю, завтра увидимся, потому что завтра я иду на, я надеюсь, классное мероприятие. И обязательно возьму вас с собой. Ладно, ребят, все. Пока-пока.